Я хочу рассказать, поделиться своими ощущениями о ретрите «Темная и светлая стороны меня». Это бесценный для меня опыт получения переживаний, благодаря которым все то, что скрывалось, поджималось, было утрачено и утеряно, оно присвоилось, оно сделало меня объемной, и это такое потрясающее ощущение, когда ты как будто бы становишься больше, ты обретаешь, ты присваиваешь себе то, что и так принадлежит тебе, но ты становишься сильнее, мощнее, свободней, и это такая встреча с собой. Я искренне желаю каждому, и вот я действительно искренне считаю, что это необходимо просто абсолютно каждому человеку, который хочет жить полнее, который хочет жить богаче, что он должен сюда приехать, пойти в это и обрести себя, увидеть себя объемного, увидеть себя такого, каким никогда себя не видел, и принять это, полюбить это, и увеличиться. Это уже не 2D, когда ты смотришь на себя с какой-то одной стороны, а тут ты можешь увидеть разные свои стороны. Разные, совершенно разные. И в этом всем ты себя просто обретаешь. Ты себя узнаешь, и это чрезвычайно ресурсно. Это наполняет тебя чрезвычайным ресурсом. Так что всем советую, абсолютно всем, кто хочет узнать себя, кто хочет жить крутую жизнь, свободно, приехать сюда и пройти этот процесс на себя же. Я выхожу отсюда с очень-очень ценными осознаниями. Не знаниями, знаниями тоже, но самое ценное тут это вот эта практика и это осознание того, что ты уже давно, может быть, знал, понимал, а тут ты это прочувствовал и присвоил. И это потрясающее чувство свободы и силы собственной. Что всем от чистого сердца советую. Не буду советовать не бояться, потому что да, это страшно сначала, потому что страшно идти туда, где неизвестно, но оно того стоит. Спасибо.